Украинские силовики в эти минуты ведут интенсивный огонь по территории Донецка. О том, что сейчас происходит в городе, узнаем у нашего корреспондента Николая Долгачева. Он на прямую связь выходит с нами по телефону. Николай, здравствуйте. По каким районам ведется бомбардировка сейчас? Екатерина, сейчас Донецк подвергается одному из самых мощных артиллерийских обстрелов за все время конфликта. Украинские силовики подтянули резервы максимально близко к линии фронта в районе поселка Пески, в районе Авдеевки, из западного направления поселок Маринка. Оттуда артиллерия работает по городским кварталам Донецка. Используют гаубицы, минометы, реактивные системы залпового огня. Огонь не прекращается в течение уже нескольких часов. Есть данные о десятках прямых попаданий в жилые здания, районы, которые прежде подвергались интенсивным обстрелам. Это Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский. И сейчас в зоне поражения. Но снаряды долетают и до Ленинского района. Фактически в центре города взрываются снаряды. На улице Щерса есть прямые попадания. О количестве погибших и раненых пока данных нет. Но мы знаем, что бригады скорой помощи сейчас в усиленном режиме дежурят, выезжают на места обстрелов по вызовам граждан. Статистика просто еще пока не ясна, не очевидна, но понятно, что при таких интенсивных обстрелах без жертв не обходится. Сейчас все городские службы коммунально работают в экстренном режиме, но на данный момент вот те районы, которые наиболее интенсивно подвергаются обстрелам, там сейчас работы не ведутся, поскольку не прекращаются, интенсивность не снижается. Очевидно, что украинские силовики пытаются сейчас отвлечь силы ополчения от Дебальцевского направления, от Дебальцевского кармана, и, возможно, будут пытаться не только огневым, а дистанционным способом воздействовать на линию соприкосновения в районе Донецка, но, возможно, и будут пытаться атаковать. И были такие попытки накануне, но такого интенсивного обстрела, как сейчас идет, не было уже давно. И он продолжается, поэтому разрушения увеличиваются. Мы получаем все новые и новые данные о прямых попаданиях в жилые здания в разных районах Донецка. Екатерина. Да, Николай, берегите себя. Большое спасибо за подробности. Николай Долгачев был на прямой связи по телефону из Донецка по городу. Я напомню, в эти минуты ведется усиленная бомбардировка.